не открывают. В моем случае все очень больше. Хорошо, он хотя бы сделал. Да, он на секунду еще стоит этот несек. Плохие бейсы пока что, ну, может что-то будет. Хотя бы сделал нормальный анну. Бас, если бы не NFL, уже был бы ты МСЕ, а потом эскиби и надеяться на эскейп, только так. Вот, вот такой вот был энд. Типа мне нужно было все идеально сделать. Ну там сложно все идеально сделать, вот, можно сказать, что все зависело уже от скипа. Ой, блядь, как я тебя ненавижу, да, ебаные с этим сектанием. Если я сейчас не буду сейвить эми, это будет прям, да, не буду. Сегодня кто не пускает злые, злые пешки очень. А не, посерим. Кто-то. Оно что, не упало сейчас? Это вот вообще не Но не бэкап, кстати, каким-то учился бэкап. Я слишком близко стоял, если бы я влево не повернулся. Хорошо, мне это нравится, что бэкап. Это было бы смерть. Стоп, вот это было вообще 100% смерть. Если бы я влево не нажал. Он... Да, вот.
Не, ну, блин, немного плохо. Ну, такой монтаж, пиздос. Низ. Успеваю. Фу. Фу. Ебать. Не успевал на... Блядь. Мэн, наконец-то. Фатш ми, мэн. И мог 8.50 сделать. Фу, бля. Ёбаный, сука, насос. Освобождение, да я не знаю. Может, это еще не конец. Еще поиграю сегодня. Потом посмотрим. А секунду Стэнли бопнул, не более. Ровно на секунду где-то. Йоу, Хэлс. I lost 1 second on escape, but escape is most hardest thing, in my opinion, to get Uber cycle. But I did there almost everything to be first, right? It's good. Relax, and pretty much good. If not count second stage sucks, man. Yeah, that's impossible. So it's, man, it's impossible to do in good, But I think you don't need it for sub 8.15.
I'm not sure. Sub 815, pretty sure it's you don't need it. If you're going for task kill, for stuff on stage 2, and you can skin it with skip platform. It seems like it's possible before unlike this. Not perfectly, but good enough yet. Good, but not still possible to save some time. I'm happy when I did skip the first try, that's tell me a lot. Yo, Фейс, да, наконец-то, Кейн, спустя неделю я обучился над этим, а всего что надо, я вчера вечером, вот сегодня стрейнил, пока Стэна смотрел, вчера вечером стрейнил пятый стейдж, а всего, вот все, что нужно было. Yeah, good, I can tell you here, you can save almost 1 second here if you going for platform, without platform you can save 0.3, you can save 1.5 seconds on stage 2 if you do this perfectly, you have to jump right, left, then you should do stupid skip. On stage 3 you can save a little bit time depending on movement, stage 4 is fine. Stage 5, you can save a lot of time on stage 5 if you get all good patterns and test as you should save almost 1 second from me. Second stage I did one of the best second first lap and all that stuff, you know. What the f- Oh, я не знаю, посмотрю. Yeah, true. But no, I got it. I'm not sure if that's not a global timer. If that's a global timer, it's changed too fast.